Итак, я начинаю свое первое прохождение. Их там больше, чем один. Там еще... Вижу. Ну, да. Ау. Вау, а ты косой. Я? О, попал, молодец. Сам попробуй пострелять с этим управлением-то. Бум, бум. Они неоткуда появились, кстати. Да. Слушай, в этой игре... Ты все? Ты это видел? Ну, желание, я это видел. Вау. Ты все? Это просто истерический смех. Это пипец. Эта игра ужасна. Я не могу просто. Герман, как ты в это играешь? Мне норм. Не знаю, как а вы... Выходите, 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 выходите! А кто там с дробовиком такой умный? А я не мейнстримщик, я пошел по другому ходу. Все идут на Б, он идет на А! Вы понимаете это? Все идут на Б, а он идет на А! Ну я не мейнстримщик, что ты хочешь? Я сейчас всех с флангу... Это тактика называется, все идут на Б, это на называется стадо баранов. Welcome! Ей! Купить, у меня много денег. Пока. Ей, я теперь умею прям как в Sonic Adventure 2. Только там этим можно было управлять, а здесь никак, он как бы... Я имею в виду, я нажимаю вперед и X, и но ничего не меняется. От этого никакого толка нет. Ноль. Даже если как бы да, то все равно я останавливаюсь. Это полный стоп, считай. Ты как бы дальше не побежишь. Да. Полетели же. Соник, полетели. А че не работает-то? А, во. Блин! Отстой! Надо второй ящичек. What the fuck? Гравитация со мной какие-то злые шутки играет. Во! Все, мы летим как надо. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Мне нравится этот вид, он как-то красивый такой, да. А что будет, если теперь сделать как бы... Вот прямо вниз вот так вот. О боже мой, ты меня испугала! Ничего, что я так дрезгую в 3, блин, часа! Привет, Алис! Привет, Герман! Ты чё меня пугаешь? А чё ты меня пугаешь? Во-первых, я записываю видео, во-вторых, я не слышал. А в-третьих, чё ты в дверь не звонишь? Гоев. О боже мой, что это? Эти можно управлять? Я не знаю. Я хочу. Пусти, как еще? Опа! Смотрите.
Оба! Оу. Оба! Ну прям я его на один еще. Музыку надо вставить. Типичную. Ну бал! А не, я вам передумал. Подожди, он все встанет. Он давай. Упадет. Вот значит так ты каждый день просыпаешься, да? Да. Давай. О, Страйдера! Го замочить Страйдера! Ну-ка. Кто зафризил этих бедов? Руслан! Давай! Замочи Страйдера! Он сейчас должен встать только. Страйдер по мне стреляет. Так, давай, идем вперед. Это правая нога, это левая нога. Ну что, Руслан, так? Это правая нога назад, это левая нога вперед. Значит, делаем вот так. Да, ты дунь. Это шляка ходит. В этой хрена вообще гравитация есть какая-нибудь? Тихо, смотри. Рез! Потому что он вообще под своим весом должен сломаться сейчас нафиг. Вообще-то да. Вообще ты так должен заключить все. Нет, для того, что это как раз таки хэвок и тут не действует законы всякой. Вперед! Назад! Давай, ногой его. Вперед! Назад! Используй. В курсе, что ты назад ходишь. Вперед! Развернулся. Давай, бре! А он его! Айфон, я стреляю! Давай, брешь ему! Ну давай! Давай пролевой ногой! Ому, Страйдер сверхмощный какой-то. Ты просто... Я все равно на тех, как ты будешь, это штука... Ну дай мне где-то. У нас первая страница. Первая страница? Да! Получилось! О, убил! А это Паша убил вообще-то. Нет, это он убил. Да, это я убил. В этом эпизоде мы достали алмазы. Fuck yeah. Теперь надо придумать, как ехать обратно. Пешком? Нет! Стой, на! Fuck! Ты меня к себе телепортировал? Ты просто... Это ты виноват! Все. У нас три охранника теперь. Все. Все. Крипер. Съешь его. Вот спасет наши три охранника. Меня от Крипера. Ну. Я за Крипера. Такой козёл! Он такой козёл! Я взрыва не слышу. Этот Крипер такой козёл! Ну какой? Самый обыкновенный козёл! Слышь, ты давай обратно в клетку. Как нереально существо может быть козлом? Блин! Ой, еще. Герман, планета Земля. Да, все. Короче, все. Нет охранников. Ой, бошку.
Нету больше охранников ни одного. Герман. Что? Спаси меня. А чё такое? Тут бобо. Я выжил, я выжил. Да. Наши охранники нет. Ну, Герман. Ой, не могу, это ужасно ржачно.